и завершает эту часть дискуссии по экономическим проблемам. Он небольшой такой 10 главой. Это «Пути улучшения проекта учебника политической экономии». Ну, она тут кратенько, что говорит он коротко, что во время дискуссии разносили многие проект учебников, ругали авторов за ошибки, упущения, утверждали, что некоторые утверждают, что проект не удался. Ну, он говорит, что это несправедливо. Ошибки, конечно, есть, бывают и всегда будут. Но как бы там ни было, большинство признало, что учебник этот подходящий, нуждается в некоторых поправках и дополнениях, и поэтому нужно учебник срочно готовить и выпускать. Поэтому для того, чтобы улучшить проект и ускорить выпуск учебника, он предлагает назначить немногочисленную комиссию, которая бы быстро это дело отработала. Вот. И, соответственно, членов комиссии следовало бы освободить время от всякой другой работы, обеспечив их полностью в материальном отношении тем, чтобы они могли целиком отдаться работе над этим учебником. Ну и следовало бы назначить редакционную комиссию для окончательной редакции учебника. Вот и срок предоставления готового учебника он определил в один год. И вот на этом часть экономических проблем заканчивается.